В эти минуты в Барнауле рабочие продолжают устранять последствия серьезной коммунальной аварии, которая случилась сегодня рано утром. По-прежнему без тепла и воды остается 21 дом и один из корпусов педагогического университета. Вернуть отопление жителям энергетики обещают примерно через час. На месте работает бригада из 15 человек. Сюда же пригнались 8 спецмашин. Причина аварии уже установлена. Она, в общем-то, банальна. Изношенность труб. Это и понятно. Эксплуатировались трубы уже более 30 лет. Напомним, порыв произошел на улице Димитрова. От мощного фонтана в стороны разбросало бетонный забор с соседней стройки, залило частные здания. После устранения ЧП непосредственно на месте в систему подадут горячую воду. И только после этого в домах горожан вновь появится тепло и вода. По данной погоде, в принципе, наши дома должны спокойно выдерживать 20 часов без отопления. Но я постараюсь побыстрее локализовать эту ситуацию, запустить отопление. Здесь, к сожалению, это и есть контур ТЭЦ-3. Это так называемая перемычка у нас была в работе. Они запитаны все с этой перемычки. Другой резервной схемы просто нет.